благодатного пламени сгустком сгорает от Орацио взятый табачный листок. Как кадильный мой дым устремляется к раю, и архангел свой меч оставляет у ног. Огибая и духов священные хоры, и святых поселенья мой тянется дым. И поодаль престолов стеклянного моря из табачного смога встает херувим. Он ведет меня дальше, до древа познанья, до реки, из которой черпается жизнь. Говорит: «Человек, высочайшее звание». И потом: «Полетели, покрепче держись». И над светлым простором небесное синее я провижу, как будто святой Иоанн, апокалипсис, судный, Господний день силы, и в гиенну, и в царство идет караван. Истлевает мой ладан, бумагу набитый, херувим растворяется дымкой во тьме. Остается со мною мой друг любопытный, никогда не слыхавший о райском огне. Эмпирей, херувимы и райские светы, чудеса те случились в обычном дворе. Обсуждали мы с другом почти на заре богословие за сигаретой.